Громкая премьера за закрытыми дверями. В Варшаве показали фильм «Смоленск», в котором говорят об альтернативной версии крушения Ту-154М в 2010 году. Тогда, как мы помним, погиб президент Польши Лех Качинский. Среди приглашенных гостей, ставших первыми зрителями «Смоленска», были, конечно, глава государства Анджей Дуда, экс-премьер и лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качинский, брат-близнец погибшего в крушении президента. На широкие экраны картина выйдет 9 сентября. По словам режиссера, он хотел донести правду о тех событиях до зрителей. Этот фильм не отражение амбиций артистичной натуры. Я просто решил выступить против лжи. Я понял, что мной и другими поляками манипулируют, рассказывая всякий бред. Ну а что конкретно произошло 10 апреля, 6 лет назад под Смоленском, никто так и не знает. Ну и режиссер, конечно, подавно этого знать тоже не может. Расследования продолжаются до сих пор. И российской, и польской, и от российской и польской стороны пока однозначного ответа нет. По основной версии, самолет снизился до высоты ниже минимальной при чрезмерной скорости. Еще эксперты говорили об ошибке пилота. Возможно, он проигнорировал системы раннего оповещения столкновения с землей. Эту версию сейчас оспаривает как раз-таки польская сторона во главе с братом погибшего президента. Идентификация звука.